Здравствуйте! Сегодня 22 октября, и мы открываем рубрику «Ретро-календарь». Итак, перевернем наш ретро-календарь. 22 октября празднуется литературный праздник «Белые журавли», учрежден народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовичем Гамзатовым как праздник духовности, поэзии и как светлая память о павших на полях сражений во всех войнах. Также новый литературный праздник способствует укреплению многовековой традиционной дружбы народов и культур многонациональной России. 22 октября 1883 года был открыт один из крупнейших театров мира – Метрополитен Опера, и представил оперу Шарля Гуно «Фауст». В первые годы театр отдавал предпочтение операм Вагнера, а немецкая труппа театра руководил дирижер Леопольд Дамрош. С начала XX века Метрополитен Опера считалась наряду с Венским оперным театром и театром Ла Скала в Милане ведущей оперной сценой мира. Впервые в истории была сделана ксерокопия. Первая в истории ксерокопия была получена 22 октября 1938 года на цинковой пластинке, покрытой слоем серы. Создание на ней статистического заряда и облучение пластинки через стекло с нанесением на него перенесло надпись на слой серы. В 1947 году малоизвестная компания «Холлоид» из города Рочестер приступила к разработке ксеровальной техники. Два года спустя в продаже появилась первая в истории модель ксеровального аппарата. Технологию ксерокопирования назвали ксерографией, от греческого слова «ксерокс» – «сухой» и «графа» – «пишу». От ксерографии произошло и новое название компании «Холлоид». С 1958 года она стала называться «Холлоид Ксерокс», а потом и просто «Ксерокс». Настоящий же успех пришел в 1959 году с выходом модели 914, которая стала стремительно набирать популярность, а «Ксерокс» заработал сотни миллионов долларов. Изобретатель ксерографии – Честер Карлсон дожил до 1968 года. Из 150 миллионов долларов он получил от Xerox 100 миллионов и потратил их на благотворительность. 22 октября 1990 года было возвращено историческое название городу Горькому Нижний Новгород. Итак, Нижний Новгород был освоен в 1221 году у места слияния великих русских рек Волги и Оки князем Юрием Всеволодовичем как опорный пункт обороны русских границ от мордвы, черемисов и татар. Город получил название Нижний, так как предполагается, именно историки из-за расположения в низовьях земли относительно Новгорода Великого. 7 октября 1932 года Нижний Новгород был переименован в город Горький в связи с 40-летием литературной и общественной деятельности пролетарского писателя Максима Горького. А 22 октября 1990 года городу вернули историческое имя.